Однажды великий физиолог, академик Павлов, навестил своего коллегу, выдающегося французского ветеринара, профессора Леже. Ну, дорогой коллега Павлов, а это и есть моя знаменитая клиника для собачки. Кстати, выживаемость собак у нас приблизительно в 6 раз выше, чем у вас в России. Знаете, милый мой, в таких условиях и у нас любая собака выживет. Хотя я думаю, что собака это заслужила. Я у себя даже памятник поставил собакам, которых мы чик-чик, чтобы потом, так сказать, хорошо чик-чик людей. Ах, скольких мы чик-чик, ох, да. О, а я смотрю, и вы у себя памятник поставили. Интересно, кому? Человеку. Какому человеку? Вообще, человеку. Знаете, коллега, для того, чтобы хорошо лечить собачки, нам ведь тоже надо было на ком-то тренироваться.